Государство выполнит все свои обязательства в социальной сфере. Дмитрий Медведев сообщил об этом на совещании правительства. Эффективность использования бюджетных средств также в центре внимания. Премьер-министр заявил, он планирует провести целый ряд антикризисных заседаний, посвященных ситуации в различных отраслях экономики. На этих встречах будут обсуждаться задачи, которые стоят перед каждым министерством. Сегодня как никогда важно поощрять отрасли экономики, которые способны дать людям именно работу, поддержать их благосостояние. Необходимо еще раз внимательно посмотреть на то, как работает система социальных пособий, потому что эта система, она, конечно, не идеальна, и нам нужно думать о том, каким образом ее совершенствовать. В центре внимания остаются вопросы демографии, поддержки семей. Те, кто решился на рождение второго и третьего ребенка, должны быть уверены, что государство не оставит их без внимания.